Марина Кадилова официально стала руководителем Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Сегодня Михаил Игнатьев подписал указ о ее назначении. Во время официальной встречи Марина Кадилова рассказала о работе над исполнением бюджета 2016 года и над прогнозом тарифов на будущий. Также была затронута тема торгов по государственным и муниципальным заказам. Мы разместили более 3025 заявок. Это более чем 4 миллиарда 24 миллиона рублей. Эффективность от торгов получилась порядка 9,3%. Что даже больше, чем в прошлом году. В прошлом году данный показатель был 8% за аналогичный период. Но по стоимости сумма размещенных заказов оказалась на 7,5% меньше. Но по количественному составу на 4% больше по количеству. Ну, предполагаем закрыть все заявки по планам графиков. Здесь, конечно, нужно работать совместно с заказчиками, потому что технические задания не всегда готовятся качественно. Глава Чувашии обозначил задачи по качественному отбору участников госзакупок, чтобы на торги попадали только надежные предприятия. На ранней стадии, принимая превентивные меры, мы начинаем обеспечивать чистоты, публичность, прозрачность проведения этих торгов. Это очень важно.